Красноярске разработают программу для поддержки садоводческих объединений, чтобы комплексно решать проблемы дачников, которые сейчас очень часто вместо того, чтобы биться за урожай, борются с председателями и районными властями. Сегодня состоялось заседание специальной рабочей группы при законодательном собрании края. По мнению депутатов, в городе не хватает единого органа и ответственных лиц, которые бы могли помочь садоводам, например, с электроэнергией в поселках или со строительством дорог. Еще одна проблема – нужно сделать кадастровую оценку земель. Эта необходимость назрела после того, как дачники начали жаловаться, то, что у них отбирают участки из-за того, что в свое время районные власти неправильно оформили документы. Отдельные ведомства берутся за отдельные проблемы дачных обществ, но как это происходит, все дачники знают сами. Мы хотим решить заняться несанкционированными свалками. У нас была программа. То есть эта программа с этого года закончилась. С мусор, как было вокруг садоводческих организаций, так и есть. У нас есть пути решения этой проблемы. Точно так же по земле, я вам говорил, есть пути решения. То есть, но я считаю, что в комплексе этой проблемы мы должны заниматься комплексно, и кто-то должен за это отвечать. Инициативные дачники, что борются в одиночку с садовыми проблемами, могут присоединяться к обсуждениям рабочей группы при Комитете по природным ресурсам и экологии Заксобрания. Всю информацию можно получить по номеру телефона 249-33-32.